Я, друзья, хотел показать вам такой бегунок, что ли. Это городской такой construction permit. И каждый раз, когда приходит инспектор, видите, он ставит число и расписывается. Инспектор такой-то, инспектор такой-то, инспектор такой-то. Вот тут много-много разных инспекций. Видите, давайте мы сначала начнем. Вот фундамент, основание. Да? Потом он говорит электрическая часть. Потом он говорит пламбинг. Это сантехнические работы. Так можно сказать. А потом механические. Потом что там у нас? Структура. Структурная. Ну, вы видите примерно, да? Вот те, кому интересно, в состоянии потом будут прочитать. И вот там с крышей. И потом финиш, да, там окончательный. У нас, в общем-то, стройка идет неплохо, потому что мы хорошо проходим инспекции. Вот последнюю прошли вчера. Вчерашняя инспекция по очень многим позициям была. И там и как сделано, и как закреплено, и какие гвозди, и в каком количестве. И уж тут прямо, я не знаю, все, что положено, все сделали. Я не думаю, что вы как чисто внешне увидите разницу между тем, что есть сейчас и было раньше, поскольку это все не касается именно внешних элементов. А вот смотрите, как интересно закрепляются два листа фанеры на крыше. Сейчас я вам покажу. Видите, там такая металлическая штучка. Вот такая. И я говорил, что благодаря нашему зрителю, значит, мы обратили внимание, что действительно окна что-то маловаты. Вот окна расширили. Нам пришлось там с контрактором договариваться, потому что, в принципе, это наша вина, мы не доглядели где-то. Точнее, вносили изменения в чертежи, и так получилось, что вот не доглядели. Вот, поэтому намного лучше. Сейчас нам стоило 400 все это на ходу переделать. Оказалось, что там гораздо больше работы, чем вот казалось мне лично поначалу. Ну, думаю, ну что там, тут поднял, там поднял. Ну нет, это все гораздо более такое трудоемкое хозяйство. Вот. И вот я хотел показать вам со стороны, извне, как выглядят новые окошки. Вот, а ребят тут что-то фигачат, не знаю чего. Ну, наверное, готовится что-то для веранды, судя по месту, где они работают, там и с сантиметром, и красочкой подкрашивают, видимо, там делают какую-то такую пометку, где чего там положить, порезать и так далее. Вот пока так все.